соответствии с планом межпартийных связей КПСС и Партии труда Народной Республики Ангола, в середине мая в Саратов прибыла делегация Центрального комитета МПЛА. Первые шаги по Волжской земле к Ленину. Гости познакомились с работой партийных и хозяйственных учреждений, с трудящимися Саратова и области. Тепло и сердечно приняла ангольских друзей Земля, встретившая первого в мире космонавта.